Привет всем моим друзьям, подписчикам и гостям моего канала. Меня зовут Марина, я готовлю простые и вкусные блюда из недорогих продуктов. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. Девочки, мальчики, сегодня готовим, не знаю что, как правильнее сказать, плов, не плов. Ну, для плова сильно мало у меня морковочки, да, ну пусть будет плов. Одна морковка только есть. Так, значит, половина утки у меня. Сейчас я ее порежу на кусочки. Наверное, Ваню позову. Она не совсем еще растаяла, оттаившая. А, лучок, морковку нарежу. Казан, масло налила, сейчас поставлю и будем жарить. Девчонки, в казан налила масло и теперь опускаю. Так, девчонки, масло у меня уже готово. Ложу мясо и будем обжаривать его. Так, девчонки, пока мясо у меня жарится, я нарезаю морковку, лук. Морковку тут эти брусочками нарезаю, морковки малочка у меня. Одна только. Ну ничего. Я не претендую на название там. Просто да, готовлю для своих. Так. Так, мясо у нас жарится. Так, посолю и поперчу сразу. Мясо. Еще немножко и буду лук накладывать. Добавляю лук. Так, и морковочку добавляю. Заранее воду поставила. Сейчас морковка немножко прожарится. Буду заливать водой. Вода должна быть кипяченая. Холодную нельзя заливать, потому что мясо жесткое тогда будет. Так,
наливаю воду теперь. Все, оставляем вариться. Готовим рис. Так, пока у нас мясо варится, девочки, я рис промыла хорошо. Так, и заодно еще суп варю. У меня бульон был. Туда две картошки нарезала, да, и этот у меня морковь и лук, пережарка была. В таких вот контейнерах уже бросила, не успела показать. И вот укропчик сверху, пожалуйста, быстренький супчик легкий. Никакие макароны, ни рис, ничего не буду бросать, рис уже есть у нас, плов. Это будет супчик на первое. Так, мясо у меня уже почти что готово. Засыпаю рис. Так, разравниваем его. Так, и наливаем водички. Чуть-чуть повыше, чтобы риса было. Так. Накрываем медленный огонь и готовим дальше. Сейчас рис всю воду впитает. Мясо уже там почти-почти готово дойдет. И соль, перец я все насыпала. А больше ничего, никакие приправы больше не ложила. Все, будем ждать. Так, девочки, теперь аккуратно переворачиваем. И еще буквально минут 5, и все готово. Так, девчата, ребята, все, плов готов наш. Вот такой вот рассыпчатый получился. Из обыкновенного риса, не из длиннозерного. Обыкновенный, нормальный краснодарский рис. Так, девчонки, все, готово. Сейчас будем обедать. Блюдо наше готово. Готовьте, пробуйте, это не сложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. Приятного аппетита и пока-пока!